Всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И мы попытаемся как-то кого-то победить, не знаю, короче. Что-то все ко мне такие лезут. Сейчас, блин, на меня начнут нападать. Во, вроде напал. The Scorpion. И вот такая вот у нас сегодня команда. Да, я поработал над тем, чтобы новые команды составить. Блин, чё-то не прогружается. Бам. Блять, что за херня? Ну здесь там мы и так победили. Ну короче, нужно было подготовить и интераптить скилл. Так, нашел серебряную ложечку. Это очень хорошо. Танцдиктатор. Кабутан. Хейскоон. Ирука. И Саски. Какой Саски, не знаю. Очень интересно. Так. Ну это отлично. Сейчас урона много нанесем. Кинжите. Ну
Ну вот и все, серебряный тоже получили. Значит, а как же бронзовый ключик? Есть, получилось. Подцепить Мейтеруми. 118. Ну, тоже не должно быть таким проблемным ее победить. Сразу Хирузы натрогаешь, ах ты ж говнюк. Ну хорошо, Хирузена так Хирузена. Хирузен вообще не защищен ни хрена, поэтому. Опасная команда, зараза. Ну, вот этого я тебе позволить не могу. Вообще никак не могу. Убейте кто-нибудь его, короче. Дела. Как вы видите, эта команда в PvP гораздо лучше предыдущей. Классической команды, так скажем. Бампс. Бампс. Ну здесь справились. Да? Хотя у меня не так уж и намного больше мощи. Но тем не менее справляться это полезно. Так, привет. Рашинган. Не люблю Рашингана у себя. Привет, чувак. А я помню, ты был намного слабее меня. Теперь как-то подрос. Такой стал очень рашкинским. Очень рашкинский ган. О, отлично. Мангетсу у нас в руках. Ох, сколько наплодил этих говнюков. Варине!
Мне очень повезло на самом-то деле. Бам! Вот это неплохая команда, согласитесь. Ой, Херузена бедного. Ай-яй-яй, чё ж вы с Херузеном делаете? Отомстили бедному Херузену. Он стоит там всего лишь, бафает всех и все. У него даже обилки не было. А что вы с ним сделали? Ох, ублюдки, ох, ублюдки. Вот скушайте моего Рашингана. Ты, значит, Рашингана? Почему у тебя нет Наруто? Рашинган должен быть с Наруто. Потому что без Наруто, как он будет кастовать свой Рашинган? Вот у меня есть Рашинган, потому что у меня есть Наруто вот такой вот, который его кастует. Так. Во, привет, серебряный мой. Серебряный мой, золотой мой. Элмот. Сколько мощи? 103. Блин, ненавижу этих киллера кенсерных команд. В следующем раунде фигачим, короче, этим Минато. Бамс. Очень мощная штука. У меня все равно чакры нет, чувак. Вот это опасно, да, согласен. Хотя Минато каким-то чудом спасся. Бампс. Ну, на каком-то третьем-четвертом ходу уже Минато становится таким сильно атакующим, что его нужно беречь со всем, кого мы встречаем. Короче, беда тому, кто Минато тронет на этом этапе. Сейчас, естественно, пока я бегу, меня кто-нибудь зацапает, скорее всего. А нет, не успели. Но это чудо на самом-то деле. Но у нас, как вы видите, золотой ключ и серебряных ключей дофига. Поэтому нам здесь где-то нужно нафигачить. Ну, чуваки, ну чё вы меня заёбываете? Ну вот, только вошел. Вот посмотрите, что это за... За срань небесная. Ну хотя бы быстро.
Я всего лишь хотел, короче, пооткрывать эти сундучки, чувак. Ну, вообще, такая команда интересная. Тут, видите, Наруто, Минато и Хирузе. Хорошая команда. Наруто вроде бы Хокаге 6 или какой он там Хокаге. И Минато Хокаге, и все, короче, Хокаге. Команда из Хокаге. Так, 8-6. Удивительно, как он сюда попал вообще. С такой мощью. Вот как они одерживают победы. Видимо, очень много слабых игроков было. Ну или я не знаю, как еще все это оправдать. Умрет, не умрет. Так, ну ладно. Только Минато умудрился спастись. Нет, ну чё ж ты творишь? Ну окей. 5000 крита с его вот этого вот чиза. У Минато офигенный чиз, то есть он, получается, два раза атакует фактически. Так, ну я не хочу ни на кого нападать, давайте просто пойдем и ключик возьмем. Все-таки мы здесь не для того, чтобы всех пиздить, мы здесь для того, чтобы зарабатывать монетки. А монетки зарабатывать можно много пиздя людей и мало пиздя людей. А я мирный, поэтому я не хочу лишнюю кровь проливать не нужно. Это знаете, как это, коров. То есть охота — это убиение животных просто так. Убиение животных просто так — это плохо. Если ты убил животное, ты должен его съесть. Так учил меня мой дедушка. Поэтому я никогда не убивал животных. Ну, по крайней мере, кроме тех, что меня кусают. Ну, в смысле, животных в каком смысле? Комаров убивал, мух убивал, таракана убивал. Ну да, это, конечно, тоже некоторые даже тараканов не хотят убивать, но... Они могут перенести какую-то болезнь или еще что-то. И опять же, комары, они сами на меня нападают, чё? Это нормально. Если на тебя кто-то нападает, его убивать можно. Так, юз. О, можно подняться вроде бы. Так. Надо побыстрее золотые эти
Главное сундучки собрать. То, что мы там что-то не возьмем, это уже другое дело. То есть кого-то не убьем. Я не думаю, что люди огорчатся из-за того, что мы их не убьем. Или а вот из-за того, что я их не убью. Они меня не убьют, точнее. Я не огорчусь. И в любом случае мне хорошо. Смотрите, как-то все очень хорошо получается. Даже слишком. Я думаю, может нам все это просто снится? И в боях, смотрите, мы ни разу не проиграли. Ну нет, один раз проиграли. Видимо, каникулы какие-то начались. Напишите, типа, каникулы у вас были. Но сейчас вот 21 число. 21 числа у вас каникулы не начались, случайно. Дорогие мои школьнички, подписчички. Так. Джахама. Еще 160. Сколько, блядь, можно? Леви Акерман, отлично. Какого-то пидора вместо нормального чувака. Слушайте, я его постоянно охотился за ним, охотился. Нет, какой-то пидор у меня его украл. Какого хрена? А мне дали какого-то другого пидора. Пидор, чтоб ты сдох. Матара пидор. Какой замечательный Матара пидор. Вы только посмотрите, ваншотает просто все подряд. Я не понимаю только, зачем ему Матара нужен. Он же ваншотает и без Матары всех. Вот хорошо, что это говно, короче, 94 уровня. 560 сервер. Как вы видите, в донатеров здесь просто уйма. Не, я просто... Я все-таки затяну время, чувак. Ну хотя бы у него команда оригинальная уже, хорошо. Есть тут где-нибудь чувак? Ну почему? Блин, придурок какой-то сбежал. Отлично, скраблорд на меня напал. Ну ты, конечно, красавчик. Ну ты, блядь, пидор. Ты пидор. Ты пидор, понял? Ты с моего сервера, и ты на меня напал. Еще и с моей группы. Yeah.
Да, тут вообще никого не победишь. Все или упекают сразу же, и ты не успеваешь их побить. А когда тебя, так ты ни от кого не убежишь. То есть, почему я не могу ни от кого убежать? Почему от меня все убегают? Вот, я никогда не пойму, это полное говно. Эта игра полное говно. Какой-то хуй писал мне, короче, что у тебя браузер не тот. Слушай, я играю с клиента. Зачем делать клиент? Значит, пусть они переделают клиент или что-то такое сделать. То есть, если они сделали клиент, значит, этот клиент должен хорошо работать. Если он не работает, то это не мои проблемы. Значит, я показываю, какая игра она есть. То есть, если игра... Если для функционирования игры что-то нужно стороннее, то это как бы говняная игра. Ну, хотя бы последние ключи зарасходуем, а потом уже посмотрим. В принципе, по стандарту получилось. Хорошо повезло, что вначале мне два ключа дали, еще один из них золотой был. Тут эти пидоры тусуются. Видите? Серьезно? Там, короче, стоят серебряные пидоры. Почему ты их не атакуешь? Почему ты меня, сука, атакуешь? Какого хуя, пидор? Пидор, ты чё, пидорский? Ты ёбаный пидор, чтоб ты сдох. Ёбаные пидорские пидоры, ненавижу. Я в шоке. Ну, посмотрите, в первом раунде он на меня там 50 обилок накастовал. Это разве прилично вообще? Это вообще законно вопрос? Вот, как вы видите, что происходит против донатора. Особенно здесь, где донатеры 101 уровня. Это если что, почему я, короче, уровень не повышаю. Вот представьте, если бы я повышал уровень, то я бы сражался с ними. И многие так и поступают, то есть многие сражаются с ними. Нахуй мне это нужно? Я никогда не повышу уровень, просто никогда. Во-во, привет, чувак, ну наконец-то. Правда, остался ивент овер скоро. И тут еще и лаги начинаются. Не успею нихуя теперь. То есть в итоге я, то есть, проебал на высоких уровнях, когда попался этим пидором. Ебаным. これでよし。
Хотя, если я победю, то я победю, ну как бы смысл в этом. Ёбаный хилер. Ёбаные кэнсеры, чтоб вы сдохли. Вот как этих хилеров, сука, побить? Да, меня, сука, этот пидор замочит, да? Ну хорошо. Ёбаные кэнсеры, чтоб вы сдохли, мрази, блядь. Взял всего, затравил, сука. Это просто пиздец. Ну все, здесь мы проебали тоже. Хотя, еще не все потеряно на самом деле. Ёбаная Сейлор Сакура. Ну теперь есть шанс, в принципе. Осталось только эту Сакуру добить. Пиздец просто, кэнсер. Чтоб ты сдох. Запомните этого. Сенри, срака, короче. Этого парня зовут Срака. Срака должна, короче, дохнуть. Постоянно причем. Потому что она сральная. Ужас. Просто ужас. Ну и вернусь я к вам, когда мы соберемся проходить этот Мацури. Ну, я это буду делать не сейчас, естественно. Потому что я понял, что нужно немножко позже приходить туда. И так далее. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Типа встретимся через секунду для вас. Итак, продолжаем. Вроде бы все записывается. А это значит, что мы сейчас пойдем куда-то делать что-то. Ну, прежде я хочу посмотреть, что тут у нас было. Going, waiting, is nice song. Так, ну вроде бы никто сейчас не проходит. Мацури. Мы входим в Мацури, и у нас будут новые команды в этот раз на Мацури.
Собственно, потому что я наконец-то нашел какие-то хорошие комбинации из моих многочисленных сильных ниндзя. Вот, например, вот такой вот. Вот такая вот команда очень интересная у нас есть. Значит, и, пожалуй, с нее мы и начнем. Потому что здесь у нас, как вы видите, это блиц-команда классическая есть. Здесь у нас есть команда вот Минато, Наруто, Курама и Хирузен. И есть команда вот эта вот, собственно. Очень полезная. Тут, в принципе, самая большая опасность — это потерять Кузет Хидана. Так, ну, естественно, будем долго ждать. Так, нет. Ну или может быть даже это стопнуть и подождать, пока нас соединят. Да, только стопнул и сразу же нас соединили с кем-то. Ну будем надеяться, что это не какой-то придурок. Ну ты вообще что ли охуевший? Чувак, 138 капауэра. Пиздец просто. А, еще я неправильно сделал все. Что, блядь? Не, ну прощай, чувак. Я пошел отсюда. Ну вы посмотрите, что это за хуйня? Я, то есть, зашел и сразу же какого-то Ксандре попал на него. Какого хуя ты проходишь сейчас? Ну какой смысл с этим сражаться? Вот скажите. Пожалуйста, скажите мне, какой смысл? Вот это, блядь, везет. 21.08, если что, сейчас. То есть это уже после всего, так скажем. Ну, значит, буду классической командой херачить. Пусть этот Ксандре идет там нахуй, пидор вонючий. Ёбаный деградант. Чтоб он сдох от рака. И это воистину праведное желание. Так, вроде бы все правильно, только почему-то мощи маловато. Ну что ж, поставим вот так. Ой, стоп, нам еще вот это. Что-то я там не так выставил. Ну, в общем, эта команда, не удалось нам ее показать, потому что она себя не реализовала, как вы видите. Значит, здесь что? Здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. Шибу тоже, в принципе, пускай будет. И насчет Самона. Самон, скорее всего, нужен вот этот вот. Надеюсь, больше Ксандре мне не попадется. Или какое-то подобное дерьмо. Потому что, ну, это какое-то издевательство. Thank you.
Это ж надо, вот, 83 уровня уже ёбаные донатеры кругом бегают. Вот вы говорите, что типа кто-то говорил, что сейвить уровень плохо. Ну так вот, смотрите, сейвят, значит им выгодно. Я не думаю, что если донатерам даже выгоднее сейвить уровень, то мне это не выгодно. Согласитесь. Опять херня какая-то. Так всегда. Так. Ты меня соединишь с кем-то или не соединишь? Неужели никто из нубиков не проходит сейчас? Эх, блядь. Опять жду. Жду минутами для того, чтобы потом какого-нибудь Ксандре мне дали. Вот это будет охренеть просто. Да. Итак, смотрим. Во, отлично. Отлично, попался какой-то такой себе нубик. Повезло. Ну, чувак, прости. А, он уже проиграл кому-то, да. Да, у него уже не все ниндзя. Это его Ксандре побил, да? Ну, халявные фраги, это уже хорошо. Правда, только 3 ниндзя мы убили. Вот это охренеть. То есть даже мы все равно не получили даже базовых каких-то бонусов. Жесть, конечно. Итак, посмотрим, что нам дадут в этот раз. 97 уровень. Маки. 95к мощи. Отлично. В принципе. Опять лаги. А, он просто сдался. Ну ладно, этот чувак, ты... У тебя ниндзя очень плохие. Ты мог бы, типа, улучшить их. Да. Ну, что-то вообще скучно получается. Так. Так-то очень скучно выходит. Ну, может, оно и хорошо, что мы в первый раз проиграли. Так, 2 победы, вот. Ну, повезло тоже, что 2 победы именно в таком ключе у нас произошли. Так, снова. Снова здорово. Бизлбаб. Смотрите, какой симпатичный Бизлбаб. Бампс. Чё это он сопротивляется, чувак? Не сопротивляйся, пожалуйста. Вот эту рыбу, они очень любят эту ёбаную рыбу ставить себе.
Рыба дрочера. Все, Бизубаб. Вот на каком-то 93-м уровне, если честно, я ему даже немножко сочувствую. Совсем чуть-чуть, конечно. Но на 93-м уровне столько мощи иметь, это, конечно, уже перебор, так скажем. Маловато будет. Ну, для текущих времен-то. Это значит, что он там где-то набирался опыта. Как и многие чуваки думают, что опыт это хорошо. Нет, опыт это вынужденное зло. По крайней мере, в Наруто онлайн. Так, меня снова кто-то захотел. О! 108к мощи, отлично. Тут какой-то Итачи у него. Еще кто-то. Чувак! Ну ты заебал. Ну ладно. Блин, теперь же ж... Если б я знал, что там этот... маскет хуй... Ну хотя бы мощи не так много, уже хорошо. Блять, пиздец какой-то. Он опасен. Вы посмотрите, какой он опасный. Ну этого-то пидора мы замочим, скорее всего. Ёбаный чиз у него. На тебе, срань господня. Главное бы очередь этого главного. А как он тогда рыбой своей пулялся? Отступаем, 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 потому что это пиздро вонючее. С кучей крутых ниндзя, и главное ему этих ниндзя, короче, поубивать побольше. Ведь если бы мы победили, то нам бы настала полная пизда. А так мы типа с проигрышем, мы будем получать себе противника поменьше силой. Это хотя бы какая-то надежду дают какую-то на победу. Просто пиздец. О, как же у меня бомбит от этого Мацури постоянно. Я помню в прошлый раз, да, но это было в прошлый раз. В прошлый раз я, короче, получил все-таки свиток. То есть в последнее время редко удается именно полностью пройти Мацури. Но в прошлый раз, я помню, мне это удалось. Однако это было в прошлый раз. Увы, это было так давно. Так, насчет... Надо ж не забыть поставить, что здесь мы ставим. Здесь мы ставим это, здесь мы ставим это, здесь мы ставим это, здесь мы ставим это.
А здесь мы ставим вместо шибы что-то более полезное. Ниндзя дох Пакуна. Так, все. Ну уже маленький уровень, давайте. Но эту команду трудно будет вынести кому-либо. Конечно, есть такие уникумы, но тем не менее она довольно мощна. Тут есть очень много шансов нагадить противнику. Начиная от того, что Наруто можно запустить в первом же раунде, если повезет. А если не повезет, то в таком случае Хирузена можно запустить. И только если и Наруто, и Хирузен заблочены, то в первом раунде мы не можем ничего запустить. Так, Сай, ну ты ебанатый пидорас. Ебанатый пидорас, сука. Вот смотрите, вот что за хуйня? Почему они проходят за полчаса до конца этот ивент? Ёбаные пиздюки. Чтоб ты сдох от рака. Прощай, пидор. Все, короче, вот как вы видите, мы проебали Мацури. Успешно вполне себе. Потому что тут эти ебаные пиздюки нападают на нас. Вот этот вот сайт до того, как меня взломала русня вонючая. Русско-фашистские захватчики меня взломали. До этого я, короче, этого Сая в жопу ебал. А теперь, блин, не могу с ним никак справиться. Как и со многими другими. Поблагодарите, при том, что подписчики мне ни разу ничего не помогли. А, ну, в смысле, кроме давания ниндзя и подобных вещей, которые им ничего не стоили. То есть чувак вот дает мне, например, свой аккаунт попользоваться. Но единственное, что он мне этим дал, это доверие. То есть он мне доверил свой аккаунт, и я как бы не обманул этого доверия. Я как бы доказал, что я типа хороший, он доказал, что он типа добрый и нежадный. То есть есть чуваки, которые дают ниндзя. Они доказали, что они типа вот тоже нежадные, добрые, дали на обзор ниндзю. И получили за это, то есть, то, что их аккаунт был снят на видео. И так далее, и тому подобное. То есть, но такого, чтобы, типа, кто-то что-то донатил, у меня такого ни разу не было. При этом, чтобы гадили, чтобы по-всяческому там дизлайкали мои видео, чтобы, короче, это, писали всякие гадости. Ну вот, например, сейчас я вам покажу, что пишут. О, смотрите, короче. Чуваки начинают политику гнать. Украина, как всегда, мы вас не трогаем, а вы трогаете нас. Вы наших жителей спасаем. Мы ваших жителей спасаем от ваших веркушках, а ты обсираешь ту страну, которую... Короче, ну это без комментариев. Это просто зомби, самый эталонный зомби, из которых вообще можно придумать. Вот такие вот чуваки, сразу отписывайтесь от меня, ставьте дизлайки, я вас не хочу видеть на моем канале. Сразу просто. Остальные, не считайте себя руснёй. Если вы считаете себя руснёй, то тогда я вас буду обзывать. Я буду обзывать русню и так далее. То есть, если вы считаете себя руснёй, то как бы проблема со самоидентификацией. У меня проблемы с руснёй, очень большие проблемы. Вот такие вот дела. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Кроме зомбей. Всем пока-пока.